на эвакуацию автомобиля. Участок, потому что он был украден, нашли его на улице, и уже этот автомобиль будет доставлен, я сказал, в полицейский участок, там уже будет снимать отпечатки пальцев и все необходимые вещи. После этого мы уже с участка забираем этот автомобиль и везем обратно себе на базу через пару дней. Забираем уже обратно с участка и уже везем все на базу. Very good, very good. Машина подцеплена и уже может передвигаться, считай.